Привет, ребятки! С вами сегодня снова я, Мурмир. Сегодня устрою еще раз дачу на сервере InMine. Заходите, добавляйте меня в друзья. Мой ник Мурмир6777 или Мурмир6777, как я люблю говорить. Сегодня дача будет более крутая. Дайте я свою броню, как всегда, надену. Так, что-то меня подлагивает немножко. Смотрите, что мы будем раздавать. Значит, у меня есть пару кирочек, тут есть мечи, есть, как всегда, тотем, бронька есть. Есть железо, это так, знаете, для обычных новичков. Есть алмазы, их сегодня больше, я, по-моему, в тот раз вообще не раздавала алмазы, я не помню. Но вот как-то так, надеюсь, сегодня всем все понравится и будут всякие новички, которые на меня обратят внимание, потому что я не думаю, что на кота в красной толстовке кто-то обратит внимание, потому что я реально кот, серый кот в красной толстовке, ну да, таков скин мой. Для начала я убавлю музыку. Не знаю, почему оно мне прибавлено, но для начала я хочу тэпнуться на спавн. Тут должны быть новички, да? Угу. Вот есть один чувачок. Привет. Привет, привет, привет. Он не АФК случайно? Вот еще один есть. Так, слушайте. Они, по-моему, АФК что-то сидят. Смотрите, а он нет. Так, у меня что-то подлагивает. Привет, ты мне вообще ответишь? Так, слушайте, давайте ему дадим сразу алмазную броньку. Просто выдаваем ему броньку. По-моему, он афкашит, да? Он в шоке. Смотрите, одевается. Ну, блин, челу повезло. Он встретил мистера Мурмира, который летит искать игроков дальше. Как-то это было слишком странно. Тут вот есть еще чебуречки. Так, здорово. По-моему, тебе я в прошлый раз выдавал тотемчик. Хай. Так, автошахта. Почему тотем будет пока здесь? Так, смотрите. Тебе сегодня повезет. Ты играешь с айфона. Слушай. Стой. Смотри. А, блин, подожди. Стой. Просто молчу, даю ей броньку. Ну, как тебе? И булыжник. Хотя нет, булыжник не буду давать. Так, все, давай, удачи, ходи в броньке, не сдыхай, ПЖ, а то я на эту броньку копил день, потому что киты каждый день. Так, далее. Также, кстати, есть ад, поэтому реально заходите, очень круто. Второй, в смысле, а, ну да, открывалось. Так, хай, чел, ты чё в золотой броне ходишь? Ты же тотем. Тебе сегодня повезло, лови тотем. Блин. Забирает это. У него тоже переполнен инвентарь. Давайте подождем. Он играет уже с андроида. Он АФК, так понимаю. Окей, АФК дальше. Тогда давайте поищем еще вот игроков. Так, тут чел бегает. Подожди. Я, по-моему, тебя в прошлый раз видел. Стой! О, это тоже, кстати, смотрите. С башкой ходит Стива. Ты что с башкой Стива ходишь, а Бобус? Телла, короче, тебе очень повезло, ты тоже встретил мистера Мурмира, да не ты. О, все, он забрал. Он получил тотем. Хорошо, что вот эти ютуберки не получили. Чего они за мной бегают? Чего им надо? Я обычный мистер кот, не трогайте меня. Так. Я в капюшоне. Так, по-моему, меня спалили. Нету ушек. Ой, есть ушки. Ребята, ставьте лайки. Меня, кажется, хотят приютить. Ой. Все, всем пока, ребята. С вами был Мурмир. Мурмира приютили, я кот. Так, по-моему, мне надо как-то спасаться. О, Дрим! А,
Ты не натуральный дрим. Что тебе надо? Так, ребят, реально, меня, кажется, приютили. Я теперь кот в красной толстовке. Так, слушайте. Алмазы мне нужны. У тебя тоже нет узиков. У меня есть узики. Просто они немного там скрыты. Так, слушайте, короче, по-моему, мне надо как-то тпхаться срочно домой. Все, всем пока. О, я дома теперь. Кстати, да, тпхайтесь на ваш гусь. Ну, да, он так называется, мне скучно было, я его решила назвать гусь. И вы сразу же попадете на мою территорию, сможете погулять у меня дома. У меня здесь очень весело, у меня тут сундучки, правда, их не пооткрывать, но, кстати, вот мои ресурсы. Так, ну и я продолжу раздачу. По-моему, меня там затискали. Больше не хочу быть котом. Привет. Хватит верстак жрать. Тебе вкусно вообще верстак жрать? Ладно. Поздравляю, ты выиграл. Так, стойте, Бруньку я обратно надену. А, он ничего не выиграл. Ну, ладно, окей. Так, стоп. Там никто не бегает тут. Сдох, я так понимаю. Ищем людей, которым можно выдать. Тут вот бегают. А, вот. Слушай, лови флешбэк. У меня опять английская раскладка. Хай, 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 хай. Смотри, знаешь, что вам надо? Слушайте, короче, поздравляю вас. Ой, я все подобрал. Ну, короче, поздравляю вас. Ловите Кирочку. Ловите Кирочку. Оп, все словили. Так, теперь, кто словил? Ты словил, ты словил. Все, вы... кто там, господи? Опять они, я боюсь теперь этих людей. Слушай, короче. Лови меч. Все, вы просто, ну, крутые, как бы теперь деритесь, сидите. Вот он с випом, поэтому я ему выдал только кирки. Я не знаю, он получил кирку. Так что вы теперь крутые, молодцы, ребятки. Я желаю вам выживать дальше. Подписывайтесь на Мурмера. А я пошел искать людей дальше, кто тут есть. Вот снизу. Опа, здорово. Так, а ты уже с киркой ходишь? Я ищу обычных таких челиков-нубиков, которые только начали развиваться. Вот, например, ты. Стой, стой, стой. Ой, трава какая-то валяется. Заберите траву. У кота заберите траву. У кота. Смотри. Лови. Тебе 26 алмазов даю. Кто-то словил алмазики. Поздравляю. Я так понимаю, Кира словила алмазики. Да, все. Молодцы, молодцы. Так, также ловите. Тут у меня вот есть изумрудики. Тут... кто-нибудь лук словит. У меня есть много ресов. Собирайте, 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 собирайте. У меня тут раздача, как всегда, пасу людей на автошахте. Забирайте тут еще железо. Тебе вот железо, золото. Ну, они тут радостные. Я даже не знаю, что сказать. Они ничего в чат не пишут. Они тут сидят, офигевают. Кто-то просит продать незерслитки, а я раздаю вам ресурсики. Знаете, что у меня еще есть? У меня больше ничего нет, блин. Я так понимаю, больше у меня ничего нет. Вот, забирайте все, что у меня есть. Также за кадром я тут копался в шахте, набрал много ресурсов. Чел, чел, прости, у меня был... А, ты с крутой киркой, нет, не прости. Также вот ты молодец, ты мой подписчик, ты хороший. Далее у меня больше нет ресурсов, поэтому тпхаемся на мой вард. Кстати, давайте еще... Нет, даже не на мой, я вам покажу. Тут есть очень много варпов вообще. Давайте вот кому-нибудь на пятерку. Реклама пятерочки, реклама пятерочки. Алмазы недорого стоят. Правда, и там нету. Ну вот, вы стоите. Так понимаю, тут ничего нет. Ну, а реклама пятерочки. Тут хотя бы что-нибудь можно купить. С вами сегодня был кот Мурмер, которого попытались приютить, затискали. Надеюсь, больше не повторится, потому что я боюсь людей. Я слишком свободолюбивый кот. Не трогайте меня, ПЖ. Давайте сыграем вот в это. В этот опрос. Вот так вот пишем. Потом 12 идет. 73. 65.
Смотрите, Мурмер 6777 выиграл. Все, ребятки, заходите на InMy, выживайте вместе со мной. Запрашивайте телепорт, я вас обязательно приму, если вы, конечно, мой подписчик. Может быть, кому куплю донат. Ну, а с вами сегодня был кот Мурмер, которого затискали. Надеюсь, больше не повторится, потому что я реально очень свободолюбивый кот. Все, не трогайте меня, плиз. Заходите на InMy, ждите новых видео. Все, ребятки, всем пока. И, кстати, летсплея пока что не будет, потому что кошка заболела.